Добрий вечір, шановна аудиторія, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі «Лотна живо», що на боці правди на вашому боці. Традиційно о 20:00 стартує наш годинний гостєвий влог. Слідкуйте за ним у ефірі телеканал «Лот» або на хвилях «Радіо Пульс» та доєднуйтесь. У студії Денис Смоляний і Олеся Вакуленко. Я напоминаю вам, що «Лотна живо» – це не тільки свіжі новості і актуальна інформація, але й платформа для живого діалога. Дзвоніть нам в студію по номеру 050-210-08-98 і пишіть на нашу страницю в Фейсбуці «Лайфлот Лайф». Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. І наш перший гость сьогодні – Леонора Поліщук, директор Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації. Пані Леонора, добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні Україна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це важлива дата для України. Да, да, сегодня действительно очень знаковый день. Мы в течение года имеем два больших мероприятия, связанные с ликвидаторами аварии. В апреле месяце, в день годовщины, это траурные мероприятия, связанные действительно с трагедией, которая произошла на Украине. А в декабре месяце мы отмечаем, вот сегодня конкретный день, мы отмечаем тех людей, которые выстояли, которые защитили мир от ядерной опасности. Поэтому сегодня во всех городах и районах прошли мероприятия, связанные с чествованием. Ну, прежде всего, конечно, вспомнили о тех, кто не дожил до этого дня, и были возложены цветы к памятникам в городах и районах, ну а потом мероприятия, связанные уже с чествованием, встречи с руководителями территорий, встреча с активом чернобыльским, вручение наград самым активным, самым беспокойным чернобыльцам, которые очень четко, долго отстаивают свои интересы, свои права. Ну и, наверное, общение с друзьями для них это тоже очень важно. А какие мероприятия проводились на областном уровне? То есть проводились в городах и районах какие-то праздники, какие-то мероприятия, какие на областном уровне? Но прежде всего мы так приняли решение совместно с Чернобыльским активом, мы все областные мероприятия, такие вот рабочие, которые касались социальной защиты чернобыльцев, медицинского обслуживания, мы провели в конце ноября. Ну, понимая, что декабрь очень сложный в вопросах погоды. Вот. А наши областные мероприятия, торжественные, прошли в понедельник. Были вручены тоже награды нашему активу. Ну и был организован прием губернатора всех председателей городских и районных подразделений областной организации ветеранов Чернобыля. Вчера на аппаратном совещании я отчитывалась о тех вопросах социальной защиты, которые сегодня решаются для чернобыльцев, которые, может быть, не решены и требуют вмешательства губернатора для того, чтобы наши граждане получили полный спектр тех социальных гарантий, которые предусмотрены нашим государством и дополнительно гарантированы областной властью. Зараз під час спілкування безпосередньо так людьми, які приймали участь в ліквідації, на що вони скаржилися, про що вони вам говорили? Прежде всего, это, конечно же, медицинское обслуживание, даже не столько социальное. Дело в том, что до вот проведения АТО, до военных действий на территории Луганской области была и работала специализированная больница номер 2, как раз-таки исключительно для ликвидаторов Чернобыльской аварии. И в течение года практически большинство чернобыльцев проходили или профилактическое лечение, или лечение по показаниям. Вот такое внимание к здоровью позволяло и выявлять ранние стадии заболевания, принимать экстренные меры, если была необходима срочная медицинская помощь.
И это было очень серьезным подспорьем, очень хорошей базой для наших чернобыльцев. На сегодня эта больница не перерегистрировалась на подконтрольной территории, и, естественно, специальная помощь медицинская очень нужна ликвидаторам. В этой связи были даны поручения городским районным руководителям территорий предусмотреть в лечебных учреждениях специализированные койки. Они предполагаются как для участников войны, для ветеранов войны, вот подобные койки для койко-места для чернобыльцев, где будет усилена и медицинская составляющая, медикаментозная составляющая и усиленное питание. Для того, чтобы действительно вот, ну, пока локально, территориально чернобыльцы могли обращаться в лечебные учреждения и получать квалифицированную медицинскую помощь. И в то же время на уровне областного департамента определен доктор специализированный, который специализируется вот на проблемах чернобыльцев, для того, чтобы очень оперативно принимать решения, если есть какие-то проблемы со здоровьем. А от лікарня, вона не переєструвалася, зараз є надія на те, що все, воно, все ж таки воно буде на підконтрольній Україні території, чи ось це рішення койко місце, це вже буде так надовго треба? Ні, це не навсегда, це временне явление. Поставлена задача в ближайшее время восстановить, возможно, это не будет такое лечебное учреждение, а будет учреждение, связанное с реабилитацией. И рассматривается несколько вариантов. Я думаю, что, ну, может быть, не в 2017, но в 2018 году заработает именно такое учреждение, где и реабилитацию смогут получить и участники АТО, участники ликвидации Чернобыльской аварии, инвалиды войны, то есть статусные категории, которые могут получить квалифицированную медицинскую помощь и реабилитационные услуги. А помещение якесь вже пошук був чи нема? Да, очень активно в поиске, ведутся переговоры, и как только у нас вот что-то уже определится, мы обязательно доложим нашим телезрителям, обязательно вам тоже, вас тоже поставим в известность. А насколько вот вообще сложен процесс, потому что, ну, нужны очень квалифицированные, узкоквалифицированные врачи, нужно специальное оборудование. Насколько трудоемким будет этот процесс? Ну вот поэтому мы берем реальный период, как минимум год, для того, чтобы можно было и простажировать специалистов, подобрать специалистов, ну, научить и таким образом их потом трудоустроить в это учреждение. А второй большой вопрос, который касался тоже чернобыльцев, опять-таки в большей степени здоровья, но эта тема уже идет по линии социальной защиты, это обеспечение их бесплатными медикаментами и льготным зубопротезированием. Это субвенция государственного бюджета, она ранее непосредственно направлялась в области государственного бюджета, а последние два года это средства областного бюджета непосредственно. Всегда эта сумма была небольшая, в этом году мы добавили порядка 600 тысяч на эти цели, и таким образом 900 тысяч гривен, почти миллион, было направлено на вот такое льготное медикаментозное обеспечение и зубопротезирование. В среднем получилось на одного чернобыльца в год 244 гривны. И вот, общаясь опять-таки с активом, мы увидели, что и этой суммы мало. Мы просчитали полную необходимость, это больше 4 миллионов. Ну, а если реально посмотреть на возможности нашего областного бюджета и реальная потребность, которая сегодня уже заявлена территориями, это практически где-то в пределах 2 миллионов. И таким образом мы увеличим обеспеченность медикаментами в два раза больше. То есть это будет сумма уже доходить до 500 гривен в год. Ну, посмотрим, даны поручения коллегам из департамента финансов для того, чтобы мы вместе обсчитали реальные возможности нашего областного бюджета и заложили эту сумму на предстоящий год.
Третий комплекс вопросов, который тоже поднимался активно на встрече с губернатором, это вопрос финансовой дотации организации. Всегда, вот сколько мы работаем с организацией Чернобыля, по закону организация дотировалась на свои общественно значимые мероприятия из областного бюджета. Ну вот организация сформировалась в этом году, она областная. Сегодня в нее влились подразделения городов и районов. И, собственно, организация уже в полной мере носит название областной. Поэтому у нас появилась возможность дотации этой областной организации за счет средств областного бюджета. Тоже нам даны поручения для того, чтобы мы определили, какие мероприятия нужны для организации вот в следующем году, что она планирует проводить, и каким образом будут предоставляться эти финансовые средства в виде поддержки для организации. Ну, были еще ряд таких личных вопросов. Понятно, что есть вопросы по пенсионному обеспечению, особенно по судебным делам. Сегодня эти решения должны пройти все этапы и по итогам быть зарегистрированы в казначействе. И сегодня ни пенсионный фонд, ни социальная защита уже не выплачивает средства по тем судебным решениям, которые были приняты раньше. Но казначейство при наличии средств поэтапно выплачивает, но пока этот процесс идет очень медленно и, естественно, тоже беспокоит наших чернобыльцев. Во всем остальном, в принципе, мы работаем по тем программам государственным, которые сегодня есть. Могу сказать, что у нас на территории области сегодня проживает 3884 чернобыльца. Они относятся к разным категориям. Вот, для того, чтобы иметь право на получение и льгот, и участвовать во всех программах, ну, самое главное – статус. Департамент, как, наверное, и все областные организации, учреждения, переехал сюда, и в Северодонецк, и мы сразу восстановили работу комиссии. За этот период более 200 дел комиссия рассмотрела и установила статус и в первичном обращении, если человеку это стало необходимо перед выходом, например, на пенсию, и при изменении статуса в связи с изменением здоровья, получения группы инвалидности. Возможно, это статус деток, которые рождаются от чернобыльцев. Возможно, это детки эвакуированных из зоны. То есть жизнь продолжается, естественно, возникают вопросы. И вот комиссия активно работает, более 200 дел мы рассмотрели и людям решили вопросы, связанные со статусом. На уровне области работает также комиссия, которая предоставляет справки о заработной плате в период работы в зоне. Это для тех предприятий, которые на сегодняшний день полностью ликвидированы. Такая комиссия тоже у нас заработала, и, ну, немножечко, опять справок первых, но мы уже отдали гражданам и очень надеемся, что они помогут решить свое пенсионное обеспечение. Ну, самый главный момент – это обеспечение пенсии. Могу сказать, что самая минимальная пенсия для чернобыльцев сегодня 2500, максимальная пенсия у нас есть больше 10 тысяч. Ну, если сравнивать со средним размером пенсии по области, у нас 1 900 000, то я думаю, что, в принципе, пенсионное обеспечение есть. Достаточно, недостаточно, тут, как говорится, можно поспорить, но то, что у всех есть пенсионное обеспечение, это однозначно. Для чернобыльцев предусмотрены льготы на коммунальные услуги, но с прошлого года закон внес изменения в порядок предоставления льгот,
И в основном первая, вторая категория чернобыльцев, они остались на тех льготах, которые им предусмотрены. То есть это 100% и 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги. А третья категория сегодня, ну, мы говорим так, плавает. В летний период выгоднее получать все-таки льготу 50%, а в зимний период, как и любому гражданину, легче и проще оформить субсидию. Это более выгодно для семьи. Кроме этого, законодательством по социальной защите граждан, которые участвовали в ликвидации аварии, предусмотрен целый комплекс еще и социальных гарантий. Но прежде всего это санаторно-курортное лечение, это тоже как бы такая очень важная составляющая. И могу сказать, что второй год мы работаем совсем по-новому. Ранее мы получали путевки в разные санатории по стране, но чернобыльцы жаловались на то, что не всегда санаторий отвечал тем требованиям, которые предъявлялись нашими клиентами, и поэтому было принято очень мудрое, я считаю, решение отдавать на территории финансовые средства, а уже города и районы, управление соцзащиты покупают те путевки для чернобыльцев, которые нужны им, куда бы они хотели поехать, где бы они могли оздоровиться и получить более полный комплекс вот таких санаторно-курортных услуг. Могу сказать, что вот второй год подряд по вот такому порядку мы оздоравливаем 100% от потребности. То есть у нас в этом отношении нет претензий, и мы эту методику теперь распространяем и дальше на другие категории, но то, что чернобыльцы были первыми, это вот мы добивались этого очень долго, но вот сегодня есть такая возможность получить полноценное санаторно-курортное лечение. Естественно, имеют право чернобыльцы на внеочередное получение жилья, но, к сожалению, второй год эта программа не работает. У нас 65 человек стоит на учете квартирном, порядка 17 миллионов надо. Мы каждый год даем бюджетный запыт по данной программе, но она не финансируется. Как любой гражданин, чернобыльцы имеют право на протезирование. Я имею в виду, по инвалидности у нас они получают. У нас за этот год получили 4 единицы протезной продукции и порядка 12 единиц технических средств реабилитации. Это костыли, палица, мылыцы, ходунки, коляски. То есть они изготавливаются, обеспечиваются индивидуально, и по мере заказов, по мере поступления они приходят непосредственно к самому человеку. Естественно, имеют право чернобыльцы на обслуживание в территориальных центрах, в интернатных учреждениях. Через терцентры мы 116 человек обслуживаем. Ну, весь спектр услуг, которые предоставляются через территориальные центры, конечно же, предоставляются и нашим чернобыльцам. Но на что бы я хотела обратить внимание, что помимо государственных гарантий у нас есть наша областная программа. Я хочу просто нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви можете долучитися до наших обговорень, зателефонувавши у студію за номером 050 210 08 98 або залишивши свій коментар на нашій сторінці у Facebook Live Lot Life. И до гарантий областной державы. Да, наша областная программа предусмотрена для тех вопросов, которые не всегда прописываются в действующем законодательстве. Но на примере областной программы работают городские и районные программы. Это как раз-таки та помощь и поддержка, которая идет уже не через государственный бюджет, а полностью ложится на ответственность местных органов власти. Вот здесь как раз-таки вопросы, связанные с медициной, вот они прописаны в областной программе и в районных городских они есть. Это оказание материальной помощи людям, которые особо нуждаются. Я могу сказать, что за счет средств областного бюджета мы за прошлый год
где-то порядка 65 тысяч отдали только гражданам, имеющим статус ликвидатора Чернобыльской аварии. В этой точно так же города-районы предполагают и взаимодействие со своими подразделениями общественных организаций. Точно так же предусматривается финансирование тех мероприятий, которые проводятся на уровне города, на уровне района, на уровне области. Ну и целый ряд мероприятий, которые связаны вообще с проблематикой Чернобыльской аварии, это и выставки в музеях, это и в школах различные тематические часы. То есть это мероприятия, связанные все-таки с памятью, это мероприятия, связанные с разъяснением вообще событий, которые произошли, это предупреждающие мероприятия, то есть весь комплекс, связанный с тем, чтобы все-таки память о Чернобыле жил не только в поколении, которое пережили это, а все-таки еще и в более молодом, и на будущее мы делаем этот задел, закладываем эту основу. А ось организация, так, яка, ви сказали, що зараз вона вже стала обласною, так, тобто вона зараз включила в себе, я так розумію, всі територіальні, так, якісь, які були. Зараз вона повністю сформована, вже є керівники, з якими ви співпрацюєте напряму? Да, конечно. Ми і обласну програму, яку утвердили, ми практично в місті формували, слушая і реалізуя ті накази, ті проблеми, які, в принципі, були озвучені організацією для того, щоб ця програма була дійсною, вона как бы заполняла те ниши, те пробелы, которые не прописаны в законодательстве. Закон, он общего действия, он, понятно, дает стратегические направления, а уже работа с конкретным человеком – это уже ответственность местных органов власти. А какие вот функции у этой организации именно областной? Ну, прежде всего, конечно, это социальная защита и правовая защита членов своей организации. Это помощь друг другу в сложных жизненных ситуациях. Это опять-таки чествование тех людей и пропаганда тех людей, которые были на Чернобыльской аварии, которые совершили свой гражданский подвиг, и, собственно, рассказать об этих людях, показать их и увековечить память погибших. У нас была и книга памяти, которую мы писали все вместе. У нас был прекрасный памятник в Луганске, который остался. И там мы вели книгу памяти, уже созданную из гранита. И каждый год, к сожалению, мы дописывали туда фамилии, потому что люди уходили из жизни. У нас есть телефонный звонок. Да. Добрый вечер. Представьтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання. Здравствуйте, Татьяна, город Лисичанск. Вот я слушаю, у меня вопрос к гостю. Вы говорите, что минимальная пенсия для чернобыльцев сейчас составляет 2500. Гражданский муж получает пенсию 1446 гривен. Когда пенсия увеличилась до 2500? Или, значит, у него вторая категория. Он работал на скорой и был в Чернобыле. Во время ликвидации аварии. С 1 мая в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии. Вот минимальные для первой, второй и третьей группы инвалидности я вам назвала. А в чем может быть причина? Надо просто посмотреть. Возможно, какие-то моменты не учли. Оставьте, пожалуйста, вот на телефоне свою фамилию и контактный телефон. Мы постараемся посмотреть и определиться, помочь вам по вашему пенсионированию. Мы попрохаем нашего администратора занотувати номер телефона, потім после эфира вам віддамо. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, тож кожен може долучитися 050-210-08-98. Можете зателефонувати просто зараз у прямий ефір та поставити своє запитання або залишити свій коментар на нашій сторінці у Facebook Live Lot Live. І от, зокрема, в нас є ще таке запитання з Фейсбуку. Не зовсім по темі, но к
вам. Продлили выплаты переселенческие в сентябре, денег до сих пор нет. Почему? Ну, выплата переселенческих – это целая проблема сейчас. Объясняем почему. Потому что сегодня для того, чтобы и первичное назначение получить, и, допустим, получить продление, нужно подтверждение реального проживания. Но, к сожалению, сегодня наши социальные службы не в состоянии каждый день выходить. Ну, тут, как говорится, нужно выбирать, или работать в кабинете и принимать людей, либо закрывать управление, выходить на проверку проживания. Поэтому просто управление не всегда справляются с тем объемом, который сегодня навалился на специалистов наших управлений. Очень много обращений по субсидиям, очень много. И люди хотят получить быстро ответ в течение действующего законодательства, в течение 10 дней. И, естественно, наши переселенцы, которые тоже хотят получить быстро все выплаты. Но государством сегодня предусмотрен целый механизм, и для тех, кто впервые обращается, нужно обязательно выйти на адрес и проверить реально. А кто уже до цього отримував, кто получал и кто хочет восстановить свои выплаты или продолжить, все равно идет проверка наличия человека. То есть, а сколько по часу, вот, если еще в вересне документы подали? В этой ситуации, опять-таки, мне трудно сейчас говорить. Я знаю, что мы делаем заявку на финансирование на ежемесячно, ну, в пределах 21-22 миллионов мы отдаем на эту выплату. Почему не попадает человек в тот или иной момент? Ну, это нужно персонально разобраться. Опять-таки, прошу, пожалуйста, если есть возможность, оставьте фамилию, или вы мне дадите фамилию, или электронный адрес, чтобы мы связались с человеком и уточнили, в какое время он обратился, на какой территории, почему он не попал в выплатные ведомости для того, чтобы получить свою выплату. А в нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте та ставте своє запитання. Алло. Добрый вечер. Елена, город Северодонецк. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Муж мой, чернобылец, вторая категория, 87-й год, март месяц. Он имеет право на оздоровительные путевки? Если имеет группу инвалидности. Спасибо большое. Пожалуйста. То есть путевка зависит от того, чи є, чи нема. Я могу сказать для всех наших телезрителей, система социальной защиты путевки приобретает или обеспечивает санаторно-курортным лечением исключительно людей с инвалидностью. Это инвалиды общего заболевания, инвалиды войны, инвалиды антитеррористической операции и инвалиды Чернобыля. Это основная категория, которую мы обеспечиваем. Работающие граждане, если у них есть какие-либо заболевания, и им нужно поддержать свое здоровье, через фонд социального страхования по временной потере трудоспособности эти люди могут получить путевки на реабилитацию после длительной болезни по тому или иному хроническому заболеванию. Инвалиды трудовечия, которые получают регрессные и которые находятся на учете в фонде социального страхования по трудовечию профессиональному заболеванию, они свои путевки получают через фонд социального страхования от несчастного случая на производстве. Поняла. У нас еще одна. А детки-инвалиды получают путевочки через систему здравоохранения. Каждая категория имеет, ну, будем говорить так, свою специфику, свою особенность. Ще одне запитання з звуку, теж не зовсім по темі, але субсидії. Так, в цьому місяці людина пише про те, що не прийшло субсидія на опалення. Тобто там ось є на електрику, наприклад, а на найголовніше, так і основна стаття, це саме опалення, немає субсидії. Ну, не можу сказати, чому, тому що, в принципі, ми сьогодні
принимаем людей только первичные, те, кто приходит впервые к нам, и те, кто с прошлого года, с октября, имеет субсидию на отопление. Почему мы этих людей приглашаем? Потому что, возможно, за год что-то изменилось в составе семьи, мы уточняем вот эти нюансы. Все начисление идет автоматически. Если теплопоставляющая организация выставила счета и предоставила в соцзащиту информацию об этом, значит, начисления будут. Если нет, значит, в этой ситуации, ну, опять-таки, тут все индивидуально. У нас настолько все индивидуально в социальной сфере. Говорить сегодня о каком-то рецепте очень сложно. Поэтому, опять-таки, если есть контакты, я готова поработать, выяснить, на какой это территории и почему так происходит. Ми дякуємо, що сьогодні ви були у нашій студії, відповіли на наші запитання, на запитання телеглядачів, радіослухачів. Спасибо вам. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Элеонорой Полищук, директором Департамента социальной защиты населения Луганской областной государственной администрации.